Здравейте. Ами аз бях и аз на 3DS. Я тоже был на 3DS. Беше едно прекрасно време. Это было прекрасное время. Молихме се, имахме хубави срещи. Мы молились, были классные встречи. Не ми хареса, наистина, че не можах да се наспивам. Мне не понравилось то, что я не высыпался. Но си заслужаваше да отиде. Но это заслуживало. Най-много ми хареса, че се молихме за езици. Больше всего мне понравилось то, что мы молились о языках. И това беше нещо нужно за мен, понеже аз никога не съм получавал умението да говоря. Я в этом нуждался, потому что я никогда не мог получить умение молиться на иных языках. И когато научих, че нали, и ако се помолят за мен, нали... И когда я получил то, что когда за меня молятся... Бих могъл, нали, да получа прозрение, нали, какво да... Правя, нали, Бог да влезе в мене. Я мог бы получить прозрение, что мне делать и что Бог может войти в меня. И просто, когато се молиха за мен, и когда молились за меня. Баща ми беше казал, че, нали, умекват и колената. Папа сказал, что колени могут стать мягче. Понеже Святия Дух влиза в тебе. Потому что Святой Дух начинает тебе касаться. И затова, нали, повечето хора лягат на земята. И поэтому большинство людей ложатся на землю. И първоначално не можех да го повярвам това. И вначале я не мог в это поверить. Но когато се молиха за мен, но когда, нали, за меня молились, за езици, и просто моите колена отслабваха. Просто мои колени ослабели. И просто, не знам, може би не исках първоначално да го приема, понеже ме беше страх. Възможно, сначала я не хотел принимать так, как мне было страшно. Но аз го приех, нали, усетих, нали, как Бог говори в мене, и получих за езици. И просто почувствовал, как Господь во мне говорит, и получил дар говорения на иных языках. Слава Богу. Я видела, как Эдди ликовал, когда Видях, как Давид вышел на молитву. Эдди...